Тюня, привет! Тюня, привет! Привет, малыш, помаши ручкой. Привет, зайка. В поезде едешь? Сядь хорошо. Вот, молодец. Где твоя Библия? Библия твоя где? Потерял Библию? Все, Библию стащили. А вот это что на столе лежит? Что ты только что сказал? Переведи, пожалуйста, на русский язык. Сейчас. Б. А может, ты повернешь вот так вот? Бо. Г. В. Ва. С. Да что ж такое-то? Л. Лю. Б. Б. Би. Т. В. Всех. В мы? Нет. Н. В н. В нё. В нём. В нём. В... Что дальше? В нём. Л. Какая буква? Конкретно покажу. Лю. Б. Бо. В. Любовь. Посмотри на меня, Тюня. Ты это сказал, да? Молодец. Бог любит вас, в нем любовь, да? Тюня хорош, молодец. Еще что-то хочешь сказать?
что-то хочешь передать тем, кто тебя благословляет? Финансами, молитвой, добрым словом. Чего это за буква? Да благословит. Да благословит Бог. Аминь. Ну-ка, дай-ка я тебя вытру. Вас. Да благословит Бог вас. Ясно, молодец. Ты весь обслюнявился. Все? Малыш. Во, молодец. Будешь там проповедовать. Деревня Казимирова, да? Да? Молодец. Вот ты им покажешь, да, проповедник маленький. Покажешь нам Иисуса, да? Да? Молодец.
после Казимирова ты куда поедешь? Что за влевье? После Казимирова влевье? А что это такое? Да. Не путай мои мозги, тюнь, пожалуйста. Я. Ты не знаешь, да? Мы заканчиваем разговор. Нет, тебя снимают. Вы? В. И. З. Р. Ра. В Изра. Иль. А не в Израиль. Тюнь, ты забыл, как слово Израиль пишется? Израиль. Ты все испортил, малыш, всю запись. Тебе не стыдно? Ну-ка перепиши давай, пиши нормально, Израиль снова. И. З. Р. Ра. И где буква И? Л. Молодец, Израиль. Все, точка.